сегодня будете оценивать участниц? Будете таким жестким жюри или наверняка будете какие-то такие легкие вопросы задавать? Я думаю, вообще я не люблю задавать вопросы. Я на них привык отвечать. Эта игра, в принципе, ничего серьезного не должно быть. Это не экзамен в школе, это не ЕГЭ они сдают, правильно? И поэтому эта игра, я вообще, в принципе, не жесткая жюри. Наверное, поэтому меня еще сюда и приглашают. Все по настроению, все по эмоциям. Если меня цепляет человек, то я ему ставлю ту или иную оценку. Вот, поэтому меня, в принципе, пока еще никто не подкупил. Yeah.